Всем привет! С вами, как всегда, Блэк Спикермен. И, как обещал, сегодня у нас будет ролик по Бакшит Рулет. По Бакшит Рулету на Android. А порт на Mac. Короче, в конце покажу, как его скачать. Ну, это, короче, в Телеграме вам покажу. Окей, давайте начинать. Как вы знаете, когда вы играете первый раз в Бакшит Рулет, вам надо выиграть сначала, чтобы потом появился режим все или ничего, ну или таблетки. Когда вначале появляются таблетки, ты их либо выпиваешь, либо нет. Вот сейчас давайте таблетки выпьем. Выпиваем таблетки и идем. С ноги. Вы, кстати, заметили, да, наверное, когда вы пиваете таблетки, не пропадает чувак, который вас несет должен. Здорово, отец, чё, претензии? Давай подпишем. Чё подпишем? Давайте подпишем. Не знаю, давайте так же. Хотя не пойду. Давай будет. Я хочу сейчас свести кое-что специально. Ай, блин. Ладно, короче, пофиг. Сейчас будем по-другому водить чуть-чуть. Ну, пофиг. Хотел блог выставить, типа, как название моего канала. Но не получится. Так, что у нас сразу? Наручники, пиво, ножик. Секрет. Найс, ни одного нового предмета. Ну, не нового, но в одной линии такого было. 50 на 50. Ага, так. Что бы сейчас сделать? Ну, давай попробуем сейчас пивас. Чё сейчас, какой патрон? А, боевой, значит, мы стреляем себя. Бакшит Рулет — это игра вот чисто на процент, на размышление. Так, новый раунд у нас. Ножик, да вы издеваетесь? Ножик? Опа! Что за предметы? Ага, один настоящий, два холостых. Даже опы нету, блин. Не знаю, не знаю. Давайте попробуем сейчас себя. Да ну нафиг. Не повезло, конечно. Ладно. Да ну нет! Блин, я не заметил, что у него кралка есть. Ну все, теперь там два холостых. Не знаю, зачем он у меня наручники стрелил. У нас же сейчас стат новый раунд. Ладно. Дай хотя бы телефон или что-то такое. Лупа. Ну спасибо. Да что, блин? Может, таблетки не действуют или что? Где предметы? Нормальные. Нифига, у него две опы, три ножа. Это... проблема. Блин, я даже не посмотрел, сколько патронов. Окей, давай опой. Плюс не знаю, что делать. А, настоящий. Как получается, тогда мы ножовкой обрезаем. Как говорится, славянский пострел дробашом. Вы видите, мордочка изменилась. Сейчас будет. Ящер выйдет. Давай. Ой, видишь? Так. Что он сейчас будет делать? Не, ну так и знал, блин. Сигареты — это чисто вот самая неприятная штука. А. Таблетки, давай, подавись, 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 подавись. Ох. Сам подхилился, сам потратил одну жизнь. Ой, там, наверное, сейчас настоящий, да? Ну да. Черт. У меня одна жизнь осталась. У меня сигареты вроде должны быть или нет? Я уже, блин, запутался. Вроде сигареты есть. У меня одна жизнь, да? Осторожнее. Да понятно, осторожнее, блин. С этим дилером, блин, осторожнее надо быть. Ну что, сейчас давайте сигареты покинемся. Сейчас
сейчас давайте на лупу. Так, ну, выскочил холостой. Блин, вот тяжело, когда не посмотрел, сколько патронов. Давай с ножки попробуем ему что-то. Если там ты холостой, то я проиграл, наверное. Ну, все, я проиграл. Блин. Ну все, он сейчас через звук смотрит. Если он сейчас ножовку не берет, то есть шанс еще. А, нет, фух, слава богу. Так. Новый раунд. Что? Ну что, вторая попытка. Блин, этот дилер бывает что в тупит, что на умно играет. Сейчас давайте опять с таблетками, наверное, будем. Просто ходятся новые предметы, а то мне в этот раз ни одного нового предмета. Это ненормально. Давайте. Не знаю, не знаю, давай, чё, сейчас какое имя водить? Да без разницы, на роду буду водить, потому что здесь... Попробуем, давай. Да блин, не то водим. Что это делать? Не знаю, что. Из-за этого вот так вот водить, потому что здесь непонятно. Тяжело водить его, потому что вводишь одну, а тебе другую букву вообще пихает. Сигареты. О, ну вот нам можно было так сразу телефон. О, ё-моё. Опа. Блин, сейчас бы еще ножик. Вот это говно. Сколько нужно? А у него есть ножик? Нет, да, ничего нет. Давай телефоном, наверное. Седьмой патрон. Значит, не знаю, не знаю. Давай лупой проверим. Давай в себя тогда. Ага. Сейчас тогда, наверное, будет боевой. Ну, я не знаю, я просто опять не посмотрел. Ай, блин. Все, больше не отвлекаюсь. Надо самое главное количество патронов смотреть. Пиво. Ай-яй-яй. Давай, только... Давай боевой. Ага, боевой. Так, что он, кого меня? В меня? Ё-моё, что он сейчас делать будет? Ну, давай не в меня. Да почему? Тяжело, тяжело, конечно. Сигареты давай. Сейчас у него нечего красть. У него сейчас такой же предмет, такие же предметы, как у меня. Давай думать. Сейчас он выстрелил бы... Бою. Так. Сейчас вероятность где-то процентов 70 или 75 на то, что сейчас боевой. Так что давай в него сейчас. Ага, боевой. У него одна жизнь, если он сейчас таблетки... Ну, он таблетки будет юзать, наверное. А, нет, у нас новый раунд, точно, блин. Опять кралка, телефон, наручники. Блин. Два на два. Всё, я точно знаю, два на два. Сейчас давай, наверное, посмотрим в опу. Ну, сейчас... Да, блин, я же нажимал на кралку, фигели наручники. Давай, вот, как будто сам предметы выбирает. Давай, опу, опу. Смотрим сейчас, получится, что он.
А вот стой, блин. Мы сейчас стреляем себя и стреляем в него, потому что шанс больше на боевой будет, я точно знаю. Так что сейчас мы его убиваем, наверное. Давай, давай. Да, сюда. Так. Ну, короче, побеждаю. Второй раунд. Димлик. Давай, завези предметы. Наручники, телефон. А, наручники и телефон. Ясно. У него лупа и сигареты. Блин, вот это плохо. А, 2 на 3. Вот это сейчас еще хуже. Вот у него лупа и сигареты. Это нормальное сочетание. У меня телефон и наручники. Давай телефон. Да я не дробаш, я телефон хотел взять. Ладно, если там 2 на 3, сейчас себя тогда, потому что там, наверное, сейчас не боевой. Ух, там холостой. Давай сейчас телефон. Что ж телефон сказать? Второй патрон холостой. Блин, просто так потратил. Тогда сейчас тоже в себя стреляем. Что? Подожди, я что-то перепутал? Он же сказал второй холостой. Подожди, а в смысле, я что-то перепутал? Блин, сейчас там, наверное... Там, наверное, сейчас холостой. Уже не... Да, фух. Блин, ну сейчас меня будет стрелять. Не надо, уже... Себя? Нифига ты смелый. Ну он похилится сейчас, блин. У нас сейчас новый раунд вроде, да? Подожди. Если... А, ну там холостой и тогда сейчас... Фух. Блин, страшно вот такие моменты. Давай, дай. Там что ты мне эти таблетки суешь? Блин, дайте мне сигареты. Боже. Ай-яй-яй, блин. Почему ему сигареты дают? 2 на 1. Сейчас надо лупу чекать. Какой там патрон? Холостой. Сейчас стреляем себя и опять используем лупу. А, я же мог просто пиво выпить. Давай. Холостой. Ага, сейчас мы опять стреляем в себя. А, нет, мы можем просто... Ладно, в себя уже стреляем. Не понимаю, нажимаю на пиво, он дробаш мне, ну, типа, берет. Так, тогда сейчас стреляем в него, да? Ну, если... Я не напутал еще. Ага. Сейчас у нас 3-й раунд. Что за предметы в 3-м раунде будут? Они же должны обновиться. Не, наверное. А, 3-й раунд. Давай. Наручники. Лупа. Наручники, лупа. У него пиво не летает. Ладно, давай щиточки. Ой, блин, ну какие еще шансы, я не знаю. Ладно, пушек, давай в него. Ну блин, не, я же нажимал на лупу, ну какого фига он нажал мне на дробаш, ну что за... А что за... Ай, блин, дай мне сигареты. Телефон, краука, инвертор. Блин, почему вы мне давали эти предметы, когда я их просил? Когда я их не прошу, вы мне их суете, блин. Хорошо, мы сейчас с помощью крау... А, я знаю как. Мы сейчас берем опцию, смотрим.
мы сейчас сможем вот... Подожди, нет, блин, это неправильно, подожди. Там, так, Бухова, стой, его заменил на боевую. Сейчас тогда... лучше, наверное, наручники на него еще одну. Не знаю. И тогда в него сейчас стреляем. Потому что мне кажется, если бы я на него наручники не одел, он меня глохнул, наверное. Так, а сейчас у нас... А, ну я тогда могу сейчас с помощью клавки. Главное, луку, чтобы я сейчас забрал. Я нажимаю на луку, ты найдешь луку. Нет, да что ты делаешь? Ты я на рабочую жива, какой телефон? Ой, что творится, а? Что творится? Потому что я сейчас стреляю в себя, и потом стреляю в него. Это победа же, да? Да, слава тебе, Боже. Так, мне кажется, я очень мало сейчас заработаю. Давай, сколько? Ну, мало вообще, мало. Да? А, ну, пойдет. Давай, да, используем. Ага, давай предметы. Кралка, телефон, наручники и все. Вот, блин. Ой, сколько хп? Три. А, подожди, блин. Три, четыре на сколько-то там, блин. Тяжело. Так. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Да я не нажимал на сигареты, что происходит? Он сам предметы выбирает. Что за нафиг? Я не нажимал сигареты, я правда говорю вам. Я не настолько тупой, чтобы сигареты пустую тратить. Я не знаю почему. Ой, ё-моё, я не знаю, что делать сейчас. Телефон, что ли? Чё ты нам сейчас скажешь? Второй патрон боевой. Подожди, второй это третий или как? Просто если я сейчас сказали второй боевой, я вообще не понимаю. Ну давай в себя. Фу. Сейчас получается тогда, если не... Если меня сейчас, блин, опять я ошибусь, то это пипец. Пожалуйста, возьми нож. Нож, ёпарасы ты! Нож, так... Что ты делаешь? Там сейчас холостой. Я не знаю, ну почему? Я же беру нож. Почему ты инвертор берешь? Что происходит? Опять холостой. Сейчас... Блин, я сбился со счета уже из-за этого. Я сейчас не знаю, какой патрон. Давай в него, что ли. Ну все это. Это просрыш. Это тупо просрыш. Сейчас он пиво бахнет. Найс, боевой. Чё он? Чё ему там на по телефону нас стели? Чё он меня заберёт сейчас? Наручники. Ну это ГГ, ну это просто ГГ. Это ГГ полное. Это все из-за гребаной кравки. Я не знаю, просто я беру нож, а мне инвертор берет. Я не знаю, почему так. Я не знаю, почему так. Давай, что ты сейчас будешь делать? А, ну все, он берет инвертор, он тупо меня сейчас... Перебей. А нафиг ты нож берешь? Goodbye. Ребятки, я думаю, на этом сейчас будем заканчивать. Сейчас я вам покажу, как скачать этот порт. Вот, собственно, это пока файл. Я вот просто берете, ждете загрузки. Нажимайте на файл, ждете, пока вот 367
мегабайт пройдет, потом нажимаете на файл, у вас идет установка, просто ждете, потом заходите. Сразу говорю, там вначале будет английский язык, но вы в настройки заходите и поменяйте язык. Настройки это, короче, будет кнопка Options, ну, на английском языке настройки там Options. Нажимайте на эту кнопку, у вас высвечивается далее настройки, там нажимайте на кнопку Anguanis и меняйте на русский. Ну, а вам спасибо за просмотр, с вами, как всегда, был Бокс Пикимен, и да, кстати, по Бокшоту Рулет я еще буду снимать ролики, но это только сейчас первая часть была, так что всем пока.